телевизор еще во времена наших бабушек стал неотъемлемым атрибутом Нового года. Старые, добрые, любимые фильмы. Но кто не нарезал оливье под карнавальную ночь или морозко? Наш телеканал тоже приготовил специальную праздничную сетку вещания. В дни новогодних каникул вы увидите и праздничные концерты, и любимые новогодние фильмы, но не только. В проекте Организации Объединенных Наций КВНщики проводят свой собственный политико-юмористический саммит. Такого заседания ООН ни в Нью-Йорке, ни в Женеве не видели. Но самое интересное – это знакомство с творчеством Вуди Аллена. Вуди Аллен – кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер. Кроме того, он многократный номинант и лауреат всевозможных кинопремий, в том числе и обладатель 4 премий «Оскар». Еще сотрудники нашего телеканала приготовили для зрителей настоящий сюрприз. Новый проект, над которым работала целая команда. Коллектив телекомпании «Город» подготовил новую программу «Хочу замуж». Это проект нового формата. Он не будет похож на все то, что вы видели раньше на рязанском телевидении, потому что это чистой воды документалистика. Мы опирались на современные тренды, на реалити-шоу и постарались привнести их вот для рязанского зрителя с нашим рязанским колоритом. При этом принять участие в программе могут все желающие. Для этого необходимо позвонить в нашу редакцию. И вы непременно получите свадьбу мечты и консультацию специалистов. Это полезные советы по тому, как подготовиться к свадьбе, как выбрать специалистов и как выбрать образ, например, на свадьбу, как выбрать кольца. В общем, скучать в празднике вам не придется. Романтические комедии, добрые новогодние фильмы поднимут настроение. Мария Рудая, Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город».